сейчас нам бы хотелось исполнить вам два романса, которые, в общем, неизвестны широкой публике, написанные в конце 19 века композитором Демидовым. К нам попали эти ноты. Они, в общем, несколько необычные, эти два романса, и выбиваются из общего такого круга мелодического романсового. И нам очень стало любопытно, как вы отнесетесь. Горишь сновидением.